Паром, который курсирует от Стейтен-Айленда до Манхэттена, и от Манхэттена до Стейтен-Айленда, проходит достаточно близко к Статуе Свободы. И этот паром будет бесплатный. Это Нью-Джерси. А это южная часть Манхэттена, к которой мы подъезжаем. Паром бесплатный будет каждые полчаса, и вся поездка длится приблизительно 20 минут. Это вот строящиеся башни Кузнецов. На месте. А справа от Манхэттена это Бруклин. Luego la de corta, tirándose las caras y luego también la de corta. Esa foto está perfecta para mí.